Основная причина поражения – это плохая концентрация внимания. Начали игру хорошо. Был у Игнатьева 100% момент, который он не реализовал. Пропустили после стандарта, где игрок соперника находился один и даже пробил без борьбы. Далее были шансы отыграться, но пропустили второй мяч, тоже сыграли нерасторопно в своей штрафной площади. И так владели преимуществом, в принципе, играли хороший футбол, было много игры низом, было достаточно обостряющих действий. И на 90 минуты в контратаке пропустили еще один мяч. Если мы хотим побеждать, то с такой концентрацией внимания это делать невозможно. Нам нужно сделать очень серьезные выводы и постараться не допускать тех просчетов, которые допустили мы сегодня. Каким-то образом на игру повлиял вот этот вот резкий перепад температуры? Все-таки в Туле достаточно холодно. Я думаю, что нет. Ищем основную причину в нас и в том, как мы подошли к реализации моментов и вообще как подошли мы к игре. И основная причина поражения – это мы.